Думаю, сегодня будет очень интересный день. Советую всем остаться сегодня в Зельцовском парке и дождаться вообще интересного действия на сцене. Ну и, насколько я знаю, к вечеру будет очень много красивых, зрелищных сюрпризов. Второй раз на этом фестивале. Вот с этого все и началось. В этот раз это более масштабнее. Все проходит очень круто. Погода солнечная, настроение у всех отличное. Эмоции просто завораживающие. Мне очень понравилось. Радость. Креативно. Интересно. Молодежный. Рекорды. Круто. И еще немножко лета. Ярко, громко и весело. Мне понравилось очень. Вечер, я думаю, еще более разогреемся, как было в прошлом году. Там. Ожигали. Все здорово. We'll be right back.